Друзья, всем привет! Вы на канале Хадарики, Краснодарский край. Сегодня у нас отличная погода, на улице плюс 20. Ветра нет такого, как были эти дни. Так, чуть-чуть вот, дует такой. Ну, отлично, тепло. Вчера ходили в баню к соседям, к нашим, Гале и к Саше. Они построили новую баню. Такая большая баня. Там, оказывается, они поставили стол. И мы попарились. И потом после баньки посидели за этим столом. Отличная баня. Ну, они любят баню. Но мы им как-то помогали крышу крыть. Потому что они вдвоем, еще внук, не смогли листы подать. Мы им подавали. Ну вот, теперь, говорит, каждую субботу приходите к нам в баню. Ну, все, говорю, будем приходить теперь. Сейчас хочу посадить клубнику. Сейчас сделаю приспособление, чтобы в агроволокне сделать дырочки. Ну все, сейчас покажу. Пойдемте. Вместе будем делать. Смотрите, следом за мной вышла Оля в огород. В смысле следом за тобой? Я уже, знаешь, когда вышла? Я тебя не видел. Я в павильоне убирала столы, была пылесосила. А, ну ты же вышла в павильон. Так я здесь утра была. Я тебя не видел. Ну, у нас такой большой участок, мы друг друга не можем найти, да? Это только ты вышел, поэтому. Друзья, всем привет. Вон, друзья, банька. Вон крыша торчит. Банька супер. Вон в той, блин, там коричневая за забором. Там целый дом. Красота там. Так. Ты один торф, что ли, делаешь? Нет. А что ты хочешь посадить-то? Фух, я из горшков вот вытащила всю землю вот эту. У меня там, видишь, там я же бросала, как ее звать, пенопласт. Вниз, но вместо... и что? Все, сейчас вот это там земля, потом перлит, потом новая земля, и потом вот, как его звать-то? Так у тебя была здесь земля? Она здесь вся. Что много у тебя пенопласта? Ну, пол горшка. Меньше надо. Земли поменьше надо. Так наоборот, земля должна больше, там не пенопласт. Там хорошо все было росло. Если бы она не росла, у меня вон какие были колюсы. А, это все лето простояло, конечно. Да? Которые? Тут ты. Они даже сейчас вон я. Это все лето. Это у него в такой столько мало земли было и росло, конечно. Да? Ничего себе. Она, ну, там а, вон еще у тебя два осталось. Там еще перлит. Там плохо видно, потому что там темновато. Он уже вытянулся. И куда ты хочешь их убрать-то? А? Куда ты хочешь убрать их? Кого? Ну вот эти растения. Да, всю его выбрасываю. Это же жалко, Оля. Да нет, я сейчас оставлю. Они же еще растут. Ничего страшного. Вот декабрь месяц, смотрите, они растут еще. А Оля они их уже берет. Тянутся. Я потом это уберу. Зачем ты это сделаешь? Мусоришь здесь мне. Я это там потом уберу сейчас все. И я че? Вот эти сейчас наломаю. И что, куда их? Заморозишь, что ли? Зачем? Воду поставлю, сейчас в землю потом посажу. Так воду это, да, еще... Васек, до... все как да, бабка старая. Это до лета был... еще много же. И ну долго. Что? И что, не будут в горшках расти? Конечно. Это будет в летней кухне у нас. Мухи будут появляться, комарики. Для этого существуют всякие эти удобрения. Эти. Так, сейчас я пока вот наломаю, а потом посмотрю. Что мне нужно, а что мне не нужно. Ну ладно, занимайся, я пошел своими делами. Я пошел своими делами заниматься. Давай. Вот этот кустик хочу винограда отдать Татьяне. Алексеевне. Да. Ну еще рано, еще. Ну что еще вот они, видишь, она еще живет. Когда уже совсем опадут, я выкопаю, ей отдам. Ну а здесь пристолонился. Да вот. Сейчас приедет, отдай. Оля, еще листья растут. Как я тебе отдам ей? Это же надо выкопать. Мне они опадут, ничего. Зачем страшного. Не надо? Это когда все упадут. Растение уйдет в зиму, тогда уже нормально выкопать. Ну, а потом и все. Она уже не выйдет в огород. Выйдет, куда она денется. Ну, если она хочет, то приедет, пускай выкапывает, она забирает. Ну, я думаю, еще рано. Я думаю, вот эти вот выкапывать, не выкапывать. Вот, у меня, видишь, прикоренились два. Я их просто воткнула. Ладно. Все. Ну, это землю надо новую, плодородную. Это уже все, она все оттуда забрала. Все соки с этой земли. Она сейчас добавится, и все будет хорошо. Пошел я делами заниматься. Давай, хватит трещать. Вот хочу вот здесь посадить клубнику. Вот, ряд. Сейчас эти горшки немного сдвину к забору. Здесь голубика.
И вот здесь редуктор посажу. А потом хочу сделать еще капельный полив здесь. И голубику, и может между ними по кусту посажу. Не знаю сейчас, сколько хватит, столько я посажу. Она это здесь у нас будет такая, она не крупная, мелкая, но сладкая. Это будет один сорт такой. Вот у меня здесь меточка 40 сантиметров. Это у меня будет между кустиками 40 сантиметров. Приступим. Сейчас сдвигаю и буду делать. Сдвинул немного к заборчику. Сейчас вот здесь так размечу. Буду делать вот таким приспособлением дырочки в агроволокне. Первый раз делаю. Сделал вот из-под баллончика газа. Можно любой дезодорант взять. И газ. И вот такой у меня заточенный для посадки. Вроде бы нормально будет. Здесь как раз у меня и водичка. Здесь бочку подставлю для капельного полива. Ну, потом я немного от забора и сдвину. Сейчас пока мне здесь делать. Чтобы не мешались, можно немножко потом отодвинуть. Может и не надо будет. Ну, увидим. Как все получится. Все, так вот разметил, смотрите. Видно, не знаю. Ну, черный фломастер. Где-то был белый маркер, не нашел. Вот такой вот. Вот они. Через 40 сантиметров. Сейчас приступим. Так. Поджигаем газ. Как и раньше вам говорил, делаю первый раз. Ставим и туда направляем. Хоп, видите? Отличная дырочка. Еще делаем. Правда, неровная у меня там. Хоп. Дальше. Нормально получается. Все нормально. Есть другой какой-то агроволокно такое. На том будет получше. Она там как синтетика одна. Как такие мешки, как будто из-под сахара, с такого какого-то блестящего материала. Там, конечно, будет быстрее плавиться. Ну ничего, и здесь получается. Вот. Отлично. Пойдет. Получилось 16 прекрасных отверстий. Вот такие вот они. Все, иду за саженцами клубники. Залил водой все луночки эти. Сейчас приступлю к посадке. Так. Это я под коленочку, потому что сырая, чтобы коленка не намокла у меня. Сейчас я где-нибудь отсюда начну. Иду там с конца. Сейчас покажу вам. Не знаю, вам видно, нет, будет. Вот это она заточенная. И вот так вот я сажаю. Лишние корни она обрежет. И вот так раз ее в ямку. Оп. И все. И она лишние корни обрезала. Вот так вот. И там еще посажу. Ой, еще полью потом. Ну, вот таким макаром я буду сажать. Так вот здесь ус почему-то остался у меня. Вот так вот. Не знаю, правильно, нет, но я так сажаю. Потом другую возьму. Ну что я. Сейчас, когда посажу, вам все покажу. Как будет посажено. Ну, самое главное, увидели как. И там прям вот когда вставляешь, вот тут
она заточена, и она лишние корешки длинные срезает. Ну все, сейчас я сделаю и все вам покажу. Ну все, посадил я. Смотрите, как получилось у меня. Я еще вон там дырочки сделал. Ну, вот там маленькие у меня оставались саженцы. Вон туда так, по одному. Вот. Видите, сидит как. Теперь будем ждать урожая. На следующий год проведу капельный полив. И потом я вам все покажу, как это все сделаю. Напишите, как вы сажаете. Может, я что-то неправильно сделаю. Я только так умею. Оля по-другому сажает. Ну все, друзья. А, да, хотел сказать. Погоду смотрел сейчас на декабрь. До 15 числа еще будет у нас плюсовая температура. Тепло еще будет. Ну, сегодня, если вот было 20 градусов. Хотел вам показать еще Олю. Но Оля убежала в павильон, там покупатели пришли. Вот Барсик пришел, залез ко мне. Я сидел сейчас в кресле, он залез ко мне на руки. Ну все, друзья, давайте пишите комментарии, побольше комментарий. Делитесь в соцсетях нашими видео, чтобы больше людей посмотрели, чтобы у нас было побольше подписчиков. Хотя бы уже надо набирать, чтобы у нас было 10 тысяч. Хватит на одном месте топтаться, 7500 у нас. Распространяйте, делитесь нашими видео везде в соцсетях. Пишите больше комментариев, ставьте лайки. Ну все, друзья, до новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока.